мы с тобой выучили? Не знаю, я ничего не выучил. Я понял только единственное, что если соединять камень и огонь, то нормальный взрыв. Привет. Хочешь быть самоубийцей? Куэр-куэр, АСЕ, шифт, права кнопка мышки. Ты смотри, тебе просто понравилось QF, короче, да ты? Или что, ты QR используешь? Или QF? QR. Я и QR, и QF. QR тоже классная штука. О, это какие-то тысячу каких-то... А, это ледяные иглы, получается. Видел? Да что ты меня добьешь? Вот видал? Видал. Видал, сосун? Странно, я же вроде лучше сделал. Wash and go. Погнали уже. Пойдем, я тут наделал уже нормальных игл, мне надо, чтобы кто-то появился. Чтоб я его убил, пронзил. Что тут будет? Ух ты. Опа, 700 там отлетело. Да иди ты в пе. Сейчас один выпрыгнул вообще с экрана. Деку. Деку. Нет. Где ты шла? На. Меня-то за что, Стас? Балам, за что вообще убил? Все, я начал понимать вообще суть, как здесь происходит кастование. Так, это опять вампир? А, Маклеод. Живка останется только один. Тут опасно. Ну, убьем его. Иди. Ты понял, Нанак, про кого он? Конечно, Дункан Макклауд. А, он неубиваемый, прикинь. Ну, правильно, он горит. Пошли. Живка должен был остаться только один. Красавчик. Маклеод. О, Витя, говорит, нашел магический дробовик. Да-да, Куа. Ого, а я с... Да что ж ты это не выбираешь все время? А меня скинули вниз! Да. Прощай, Стас. Я тебя воскрешу, ладно. Еще бы. Ты меня не воскресил. Меня тоже скинули. Давай, Стас, работай. Воскрешалкой, блин, ну лечилка, потом энергия, Стас. Да я нажимаю, у меня... Подожди, у меня что-то проблемы с клавиатурой, подожди. А, чё ты? Да я в курсе, у меня проблемы с клавиатурой. Слышишь, я пробел жму. Ты же видишь, что... Ты видишь, что у меня заклинание-то выбрано? Ну сделай что-нибудь. Ты не в том последовательности его выбрал. WR. Все, смотри. Опа, Стас, ты что-то нашел. Так. Кто у нас тут? Отличный парень. О, дроиды какие-то, смотри. Опа, о, это что? О, дроид. Так, попробуй QR ASSS. Хорошо, попробуем. Живыми пройдем. О, я живой, смотри-ка. О, дождь. Поджигай. А, не специально дождь сделать, чтобы не а могли. А я бегаю побегать? Постоянно? Ты что постоянно бегаешь? Или это я, ты бегаешь? Я пытаюсь это ты бегаешь? Это, мол, это я бегаю, это ты бегаешь. Так, QR, 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 DF. Ну, смотри, я ничего не делаю. Ух, слабо. Надо их поджигать. Так, DF, DF, QR, на... Дроиды сраные, горите. Такой взрыв в разные стороны. Так, ДФ, ДФ. Да я просто огнем. Ф. О! Я как в головоломке тут был. Какой-то мне еще учили, какой-то такой вот столбики вокруг меня поставились. Это был огонь. Вот это было молнии, наверное. А нет, можно сюда добавить, да?
Опа, я на себя медиавит вызвал. Гори! Так. Ты чем их убивал? Огнем и мечом. О, вот, смотри, как классно. Слушай, с тобой нормально стало получаться. Это тоже злодеи, да? Ага. Это которые не ходили. Но они что-то, все, да, зависли. А надо книжку бы, наверное, собрать. Удар молнии, смотри. Что там за заклинание? Так, пар, молния, магия, молния. Так, это что? Куэф, А, СА. О, это я хочу. Это что, типа пар, да? Первое. Это рыцарь выдался, нелегкий тимат. Да, пар это Куэф. Куэф, А, СА. СА. Фу, огонь. Пошли попробуем на ком-нибудь. Че ты ко мне-то идешь? Попробовать хочу на ком-нибудь. Погнали нам туда. Меня тогда зачем убил? А я вам. Один шанс на миллион написано. Мне дали ачивку. Убить молнией тебя. Жуби меня тоже молнией. У меня хп полностью восстановилось. Пошли овец убьем. Уже прикольно. Смотри, а мы один тут пережил. Ты что пережил-то? Что-то не убиваются некоторые. Так я ж тебе про то же. Вот собака, а. А он под щитом, который, смотри, под фиолетовым, его не бьет ноги. Ой! Так ты... Видишь, а молния в чем минус, что она рандомная полностью. Ты можешь меня убить или врага убить, не важно. Где ближайшего должна быть бить, мне кажется. Давай попробуем через забор. Друг друга из набить сбиваю, смотри. Да, ближайшего бьет, а этого просто молнии нельзя убить. Видишь, он, у него щит, он не пробивается. Его надо чем-то другим. Он сейчас, чувствую, сам бьется. Если так будет скакать дальше. Он умер. Да. Уж забавная игруха все-таки. Давай, включаем щиты. В смысле этот. А что там картонные барашки? Смотри, там картонные бараны. Ты видишь, да? Кто кого пытается здесь обмануть, не очень интересно. Либо мы в каком-то мире существуем, где нас пытаются обмануть, либо это кто-то тут пытается так, обмануть кого-то. Отходи, Стас. Да я-то ходи, пошел. Ходи, поду, ходи, поду, ходи, ходи, сейчас буду делать бам. Ха-ха, воскрешай. Воскрешай, Стас, сзади. Бежим! Да, я просто самоубийца, террорист. Нажми пробел. Похили их всех, конечно. Так. Все, я щит одел. Но бейте меня, гады. Не бьется, да? На! Ха-ха, смотри, они меня пробить не могут. Мочи! Мочи! А! Смотри-ка, они восстанавливаются прям. Нифига себе, чувака засосало. Да что такое? Мне что-то кто-то бьет, да нет, вроде. Да перестань меня бить. А, я думаю, что такое? Я опять, короче, этот мокрый. Воу-воу-воу, я умер. Сейчас я умер. Save me. W. А, блин, ты мокрый сейчас. А, в дождь не воскресить получается.
Стас, лечись, убегай! Собаки, где? Подожгись, подожгись. F и на себя. W, A. W сначала. Да не кричи ты. Да я переживаю, Стас. Я просто переживаю за нас, за всех. Беги. Я сейчас игры заклинания сделал. Я умер. Какое? Сам себе в голову метеоритом послал. Блин. Жесть, это экшен, конечно. Попробуй на себя щит от магии и потом электрические мины. А щит от магии это как? Вот так. Мне пока только нравится метеоритом пуляться. Так. Огненным. Сейчас подожди, Стас, я попробую вокруг себя мины. Ходи! Ну что, ты тоже разорвало на куски. Попробовал? Попробовал. Ты ж такое уже делал, по-моему. Но оно мощное. Защита от воды, ЕКУ. Понял? Вот так вот. Ой, что это такое? Что такое? Что я нажал? Что это такое? Нет, 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 это что? Это я что-то... ЕКУ ты сделал, на себя жмакни. А, во, все. Средняя кнопка. Это та показывает, табуляция. Сейчас опять они пойдут? Так, ладно. Умрите! Стас меня убила. Бежи, ну прекратите меня бить! Прекратите близость, ребята! Ух, на себя опять щит повесил. Умри, тварь, умри! Умри! Бежим, Витя! Бегу, Стас! Беги, 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 отходи в сторону! Кашу их! На! Выхлоп нафиг! Лечись, Стас! Я умер! Нет! Я не хотел! Нет, я умер! Мы с тобой два профессиональных просто самоубийцы! Я тебе скажу, такую вообще творим! Черт подери! Так, надо другое заклинание выучить какое-то. Надо посмотреть, тут есть же куча всяких, они там, жир, например, жир, кстати, надо сделать, во. Жир, это что такое, Q, D, и чё? И W, понятно. Вот, жир это ништяк. Жир это норм. Во-во-во. Жир! Да, я его скинул. Его кто-то смыл этот жир весь. Теперь он мокрый. Меня током бьет! Меня убило. Ты что меня прижимаешь? Видите, профессиональные убийцы, товарищи. А прикиньте, куда с четвером. Вообще разумеет. Я спасибо! Воскрешай! Стас, воскрешай! Ой, блин, не одна, оказывается, это. Беги, 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 беги! Беги! Меня порвало! Ну, это хорошая штука, вот эта вот. С молниями. Молнии и лед. Получается, ты взрываешь всех плотно так. Да, QR, QR, AS, E. Это ты кричал? Нет, нет, это... Слышь, какой тут? О, ё-моё.
Воу-воу-воу-воу-воу, что-то у меня прям на рога подняли. Блин, да ты где там застрял-то? Выходи, 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 летят. Давай, Стас, мочи их, пока они тут меня держат. Я не вижу вообще. На! Они куда там с обрыва прыгают. Отморозки конченые, если честно. Умри, Стас! Да, и ты сам себя убил. Ты вот этим заклинанием убиваешь меня и себя, ты понимаешь? Уже третий раз мы убираем от него. Зато весело. Одновременно. Не, ну если зато сейчас мы натренируемся. Да нифига подобного. Будем профессионалами. А че я еле хожу? Я сам не понял, но у меня как-то получилось это заклинание. Неважно. Я запоминать его не хочу. Так, нет. Отряд самоубийц в главных ролях Витя. Да, это я. Так, что там еще у нас есть убойное это? СДФ, давай попробуем. Ух, заряжается. Сейчас что-то будет, Стас, осторожно! Я за себя не отвечаю. Бам! Больно. Какая-то фигня глупилась. Так, что еще тут у нас есть? Ух! Тихо. О, молодец! Отлично прикрыл жопу. На куски! На куски жопу разорви! О, что ты сделал? Пара... Что с тобой комбить надо, кстати? Ну это-то да, это понятно, это будет мегами. Опять это началось. Понятно, что нам надо комбить, это было бы самое крутое, потому что там такие вот связочки-то мощные. Там то, что вот пересекать наши лучи надо и все такое. Надо вот этого колдуна гребаного убивать. Ну, сейчас умру, Стас. Ух, живи, Витя! Убил колдуна? Да, колдуна убил, дерево убил, давай. Сейчас загашусь там. Отойди. Жены, конечно, крутые. Даже с этой снега имбой не получается их быстро убить. Что там в щите ходит? Фух. Ну чё, мы с тобой про. С первого раза прошли. О, да. Я все остальное вырежу, не волнуйся. А у меня-то все останется. Ну вот правильно, пусть люди смотрят целиком. И ходят к тебе. А, кстати, надо же еще молнию кастовать, да? Как она там? Да, что-то там было, по-моему. Не, ну какая-то дурная, если честно сказать. О, мы дошли до Дундукхеду. Родина королевских поставщиков, что-то там. Он сам-то понимает, что он говорит? Он говорит, это не связанное бормотание. Зверолюди. А я думал, бабка на него орет. Типа, опять напился, тварь. Вы, говорит, с ними управитесь. Йотун. Он под магией, блин, на него. Они ничтожно, людишки, трепещите перед нашей мощью. Надвился, кому до этого перебили, ты, людишка. Ну так. Мы сейчас покажем кому-то. О, так это босс. Я пошел. О, смотри, тут и дома надо защищать. Я вот это что-то не понял, как ты это делаешь? Какую комбинацию этих? РКУ, Р, А, С, Е. РКУ, Р, А, С, Е. Оу, Стас, где-то за что? РКУ, Р, А, С, ой, не то. Ты
А, я сдох. Стасян, воскрешай. Как такие фаерболы классные делаешь? Так просто. ДФ, ДФ, ДФ. У меня несложные заклинания, поверь. Понял. Я умер! Эх, шашлык просто мне зажарил, тварь. Спасибо. Меня скинули, Стас, я тебя вовремя воскресил как. Меня этот бык сразу выкинул. Давай, давай, дабл, я воскрешай. Бежим, бежим, надо уходить, все туда зажмут. Я умру здесь, Стас. О, смотри, он меня перекинул, нормально. Спасибо ему огромное, да? Ну он тоже не делает злую. Убил его? Здесь козлов не держит. Все. Так мы там домов смотри, сколько понаразрушили. Теперь они дуку. Вот это да, я думал. Вы сядете, мы уже говорит. Так мы дома поразрушили. Говорит, если столкнуть его с обрыва, то мега пушку дадут. Кого, этого типа? Да, козла, наверное, надо было столкнуть. О, поехали. Давай, вон, смотри, у меня меч какой. Термоядерный. Коляска-то нормально разогналась под конец. А если, говорит, не разрушить ни один дом, то дадут пулемет. Ну мы со Стасом профессиональные. Нам нельзя было не разрушить взрывными заклинаниями. Снегопад, Стас. Это плохо получается, молниями практически пользоваться не сможем. Кто там кричал? Ну как же ДФ, ДФ, ДФ. Ну только ДФ, ДФ нормально будет срабатывать. Основные заклинания, ДФ, ДФ, ДФ. Я внесу в эту халабуду, в эти края нормальную музыку. Мы приехали... А что-то придумывать без молнии. Нести музыку. Это что такое? С лошадью. Смотри, посмотри, классная штука. У тебя тоже самое с лошадью, что и у меня? Да, они жрут. Что они? Клюют. Не землю. Клюют, они едят. Да, а у меня как будто клюют. Вот как красиво. Ого, горящие лошади. Так, как я так, это я сделал? Так, я думаю, что нам сюда. Гиб-гиб-гиб. Я тут магика стою. А вы все-таки явились. Проходите через вон те ворота. Хрена вас тут ворота. Не проходи, не проходи. Подожди, Стас, я хочу магию новую придумать. Что придумать? Тут что-то придумано до нас. Так, я, пожалуй, отойду опять. То я знаю твои придумки. Чем заканчивается моя смерть чаще всего? Вылет на рабочий стол, это что значит? Стас, я смотрю. Ой. Стас, ты где? Поражение. Ну да, я просто тут какую-то магию использовал и прям меня забурлилось внутрь, я сдох. А я нажал магию вылет на рабочий стол. И почему-то исчез и все. А, то у меня сейчас есть. Ну я знаю, но я там исчез, поэтому поражение было. Так-то ты меня не задел же лавроном. Так как я это сделал? Где я хочу воспроизвести? Как я это сделал, ребят? А, все, я спал. Так, А потом я что-то еще добавил. Вылет на рабочий стол, топ магия. Куев, КСА. КФАС. Это ж молния. КФАС, это ж молния. Ой! Опять! Я забыл, что на тебя доведется. Сори. Опять! Магов вызывали? Чем мы вам тут устроим в городе? Если после этого здесь куда, хоть кто-то останется. Налево. Нет, тупик. А вон дверь, смотри, входим. Заперка. Закрыто. Идем дальше. Воу-воу-воу, смотри, стражники. Ватажники.
Стойте. Король не сможет даровать вам аудиенции прямо сегодня. Опа, нас туда приглашают нежно к себе в гости. Давай, пошли туда. Сейчас наверняка с крысами будем сражаться. Таверна какая-нибудь. Бухать сейчас будем. ДКРКРКР пишут. ДКРКРКР, что получится? Что-то какой-то пиробласт. А, это тут звездочка летающая. Да, мы ее пробовали. Что-то спит кто-то. Мне черный кран. Ой. Опа, это мы с тобой спали, оказывается. Ну, не в смысле мы с тобой. В смысле в одной комнате. И что, нам это надо разрушать? Не понял, просто выходить, наверное. Ой, Стас, воскреси меня. Нет. Че? Нет? Поражение. Вышел. Вышел месяц из тумана. Взял, вышел вместе со мной. Ну я смотрю, что ты как-то так. Да черт подери! Когда этот мультик закончится? Ну не знаю, какой-то учитель. В смысле, что меня свои опыты ставит он мне тут? По-моему, лучше вот этой вот ледяной фигни, которая на полу, ничего нету. Как ни крути. Мы уже со Стасом тут все, по-моему, перепробовали. Я нет. Пошли вперед. Хилище и кристаллы были. Ты чё? Ты чё роняешься? Хал, Хеллида Харвинда. Он фармер. Не грузи нас, фармер. Не видишь, мы идем спать. Устали в дороге. Зарядил себе меч. Я готов спать. Попробуй молния, щит молния. Да, знаю. Так, только не спрыгивай. Может, нам сюда надо, в эту сторону? Нет. Ну да, походу, надо ломать этот вот. Или изучить. Похоже, городу не сладко придется. Я изучил, Стас. Так, ДДДДД. Нет. Ой, я тут какую-то палку нашел. Тут дверь. А, была. Тут дверь открыта. Все отлично. Я там палку в шкафу нашел. Рот ждет нас в зале. Бежим, Стас, в зал. О, там что-то взрывают. Я тоже так. Воу. Ты жив? Да, он тебя вижу. Она мне подсидит. Камень прям сделал. 2,5 камень. Просто тупо камень, да? Это забавно. Тебе по голове. Попал случайно, не хотел. Сейчас же взорвут Витька. Он прикольный, в принципе. Высекать-то по одному. А, ты меня же отбиваешь! Извини, Стас. Высек по одному, блин. О, опять он. Вампир. Ну ему-то здесь нравится. Здесь много крови. Вот так, да. Пишут, еда, используй на себя. Кровавая битва. Нас ждет король, нормально, все. Погнали, хорош трепаться. Стас, нажми кнопку. Так, сейчас.
говорю. Погнали, это наш. Чувака зарубил потихонечку. Слушай, я на себя каменный щит навесил, но это пипец. Такой медленный был. На, я тебе помог. Ладно. А я кусками тел можно раскидываться. Так, нам куда? Нам сюда или наверх? Не знаю, давай наверх сходим. Там явно что-то вкусное должно быть. Это классно, да? Дольше колдовал. Может, в дверь? Заперто. Может быть, вот сюда? Значит, походу обходить придется. Ну нет, там наверняка какая-то секретка, мы просто не доперли, как открыть. Где враги? Нет, это свои. О, вражина идет. С той стороны, смотри, ловушка! По левой твой правый, давай. Чё, как там на всех охранников убивал? Так, я что-то закастовал. Вон там эти были. Ох, взрывуны. Эти взрывуны отлично убивают огнем. Вот этим вот метеоритом не кидаешь, они на меня вообще отбиваются на раз. Так, только не посмотрите на меня. Кто знает. Не дотянулся. Нормально я их тут молниями-то раздуплил всех, а? О, давай его, молнии. Кота-кота. Моя страта бегать вокруг коровы. Ну давай, дядя. Куэф, а я сам он. Если захочешь вдруг его убить. Как ты стреляешь? FFF? Д? Д. Что-то мимо пролетел, да? Прошу прощения. Так, погоди, там что-то горит и дымит. Эц, надо было туда, наверное, зайти. Видите, как горло, да не очень. Контрольная точка, Стас. Класс. Там сюда, в ворот наверняка. Ну там больше идти-то некуда. Вот не задача, заперто. А куда тогда? Значит, вниз. Нет, не вниз. Значит, внизу. Тоже что-то. Давай тушить. А, ну да, надо тушить просто. Я подписал. Переламывайте, провалился за наши стены. Сейчас потереблю. Как тут переламывать? О, да там тут целая. Свобода, говорит. И просто бросили. И вот этих дебилов мы должны спасать. Ты видел, что они творят? Они там бестолково. Просто кидаются на амброзу. Опять тушить, наверное, да? Да. Он опять идет. Так я пока скастую что-то, это. Куэфайса, Куэфайса пробел, Куэфайса пробел.
Так, что здесь делать? А он туда, он смотри, вверх. Сюда, сюда, говорит, и такой Стас взрывает себя. У учеников неплохие посохи пишут. Я горю, Стас, я горю. Я горю, что ли? А чё нет? О! А, прикинь, работает, потому что... Он меня просто... Меня просто зажал и сбил. Аккуратнее, он опасный, он с щитом. Здесь не работает, по ходу дела, магия, потому что мы же в доме. И чё? Мой молния не прошибает крышу. Чего? Блин, нифига себе огонь-то какой сильный. Аккуратнее, вообще не прикасайся к ней. Я не смог его себе выхилить. На тебе, в костер тебя. Спасибо. Возьму пятую секиру, наверное. Это как классно. Электросекира. О, смотри, книжка лежит. Ты запишу, она книжка лежит. Так, возгорание, Стас. Че, пар, огонь, пар, огонь, пар. Зачем это? О! Слушай, огнемет такой. Погоди. Пар. Огонь. Пар. А как вы? А, понял. А как их правильно? Погоди. А как их так? Там расставить, чтобы они расставились по правильному расставку. Пар, огонь. А. Во как. Все, ну понял. Возгорание. Ух ты. Прикольно. Через F начинаю, через огонь. О, Стас, ты меня поджег! И через огонь она побежала. А, жру! Учусь. Туши меня, туши, я горю. Ай. На всякий случай, то сейчас все эти костры потушу, они меня просто... Запарили. На тебе гитару в голове. На. Гитарный рок. Все, готов. В общем-то, сгорание какое-то странное. Такое непростое, кстати, заклинание. Хватит только, давай не будем на мне экспериментировать. А то что-то смотрю, ты в мою сторону уже движешься. Мне молния больше нравилась. Но здесь, видишь, закрыто. Куда нам? Сюда или наверх? Давай наверх сходим. Нет, не пускают наверх. Ну, давай, наружу, есть. Наружу, наружу, пошли. Так. Стас, ты что такой долгий? Огонь вообще идеально действует против этих типов. Они взрываются прям очень быстро. Воу. Не заметил я там бомбочки. Пошли вперед. У меня удар молнии заряжен. Сейчас я вам по тем парням. Не успел воскреситься, Стас. Давай, лечи меня срочно. Что ты делаешь? Зачем ты меня тушишь? Возрождай меня. Я тебя тушить.
Давай, мочи их. Акуна Матату эту. Чувачка похилить надо. Давай, пошли вперед в бой. Нашего похилил. Угу. Что-то какие-то мега-маги собираю, сам не знаю, что делаю, если честно. Так, он там портальный. По-моему, обычные маги. У тебя нет? Ты сейчас дротиками обычными какими-то ударил, а до этого... Я сам не понял, как это получилось. Король в руках орков, Стас, надо его спасать! Они... Так, ну давай погнали. Погнали, погнали уже к ним. О, у них партия пороха есть, смотри. Так взрывайте уже, чё вы? Вы тут без нас типа справляетесь. Орки! Ура! Наконец-то орки! Апельсиновые корки, бежим! Смотри-ка, они ещё будут нападать, да? Так, а чё с ним что-то? Убивать их, что-то? Наверное, чем меньше мы убьем типа нормальных этих чувачков, то меня разорвало. Ну это какая-то дебильная, конечно. Магия все-таки. Молния. Как повезет, да? Я тебя воскресил. А, ты меня воскресил, да, я что-то сразу. Побежать! Ой. Я прям на тебя. На, парни, это все вам. И я там. О! Я куда-то улетел. Че, опять не спешать надо? Нет? Нет, живой? Я живой. Оу! Горю! Ну какие-то маленькие маги. Да. Сильные собаки. Просто много ашек. Вот это хорошая. Цепная молния, отличная. Заклинание. Только надо, походу, уходить далеко от тебя, потому что... Значит, как все, зачем вы ко мне пристали? Я бы какой-то крутой вышел, я уже чего-то убил. Я куда-то улетел. Я убиваю всех. Умер? Не знаю, я не вижу себя, но надо. Разрешаю. А ты какой замес дикий идет просто, я не знаю. Уху! Лечу! Да, именно меня. Из всей толпы, которого здесь куча народу, именно меня надо было убить молнией. И они еще говорят, что молния попадает на каким-то маленьким процентом. Я не могу играть уже. Это просто упорошлая игра. О! Наконец-то! Ура! Наконец-то они взорвали вход. Что там было на 17 тысяч? Ты жив вообще? Да, я жив. Чего устроил вообще? Блин, как они классно взрываются все-таки, а? Так.
подожди. Я тебя лечил, Стас. Я тебя воскресил, Стас. Я, да, пью, жигу. Жесть, я потерялся. Ай. Больно. Ну, пора делать бам. Да беги ты уже. Да, в общем, лучше эту магию нет. Только она меня иногда контачит сама. Нам, по-моему, надо в дверь уже входить, тебе не кажется? Думаешь? Воскреси меня, пожалуйста. Пошли в дверь. Действительно, а то они тут бесконечно будут идти. О, наконец-то, мы добрались до места. А, говорят, нужно было просто огонь на динамит сделать и сходить, заходить. Не надо было так долго сражаться. Ну, мы не ищем просто путей. Это надор. Термоник! Термоник? Машина? Жигули 5-й серии. Ух! Вот он сказал, что ЕПФ, а молния цепная. Фигню какую-то, парк какой-то выскакивает. А, ты воюешь сейчас, да? Сейчас я их обоих смотрю. На! Стас, ты куда? Ты меня чуть не убил! А что ты их двинул? Хотя бы я сдвигаю. Нет, я не хотел их сдвигать, я хотел их ударить, но просто в это время как-то магия. Я сдох. Ой. Я сдох. Сейчас я тебя воскрешу. Мне еще гады лечат друг друга. Вот они, блин. Ну что ж такое, я опять себя законтачил, Стас. Воскрешай. Сейчас, подожди. Ой. Че, номер? Слушай, нам еще какое-то время надо это сделать. Ну, так их они вон еще выходят. Ты меня поджег. Спалил. Может, этого мужика надо убить, который крутит эту педальку? Ты думаешь, что да, виноват? Да. Во всем. Нет, смотри, у них. А вон там сзади, который хмырит. А, точняк. Вот. Эту штуку надо было убить. Чтобы он больше не призывал, да? Ага. Мы с тобой тут магов валим. А надо было эту штуку убивать. Рудире дырину массе. Теперь сейчас надо будет с ним биться. Это ты бежишь или кто? Да, это я. По-моему, вот. Все, QF, QF, ASE. QF, QF, ASE. Смотри, он там что-то заколдовал короля, короче. О, а, нет, вот нет. Как это... А, это же. Звездных войн. Да, Звездные войны. Ай, блин, такие отсылки прикольные. Не, игра по юмору-то, они молодцы вообще. Вот, Резакун Кан, Эрамер Блоджиман. Вождь орков ханской войнчи, воеводы, говорит. Капитан. Prepper the Kramer. We spat him for Frostfjord. We spat him for Krieg! Это обзывишь.
Ой, блин, конечно. Мы с тобой раканы. Динамит не подожгли, машину не сломали. Я-то уж точно, как бы, я чувствую, что это Ratchet жестко. Я кроме огненной глыбы-то, по-моему, ничего и не делал. Я тебе говорю, QR, ASE. Все. Самая лучшая магия вообще. Мне понравился, кстати, вот эта огненная волна вот эта. Да ну фигня. Не, она хорошо дамажит. Но огонь, видишь, тоже он временный эффект вешает. Эх, камень, щит, лед, жизнь. И чё, получится? Fucking shit. Fucking shit, действительно. Они не в силах подготовить полномасштабное наступление. Madness? Смотри, смотри, сейчас. Не смотри, он сдержался. Чёрт подери. Мы первые окропим землю орочей кровью. Дей Дурамблик, уклемт. Яспора, икора бамкмир, литтиквил. 8 счастливых пути, это самое главное, что он сказал. Не, на разработчики, конечно, молодцы, они постарались. Ну вот потестируй, QR, ASE. Все. Что сделал? Что это за магический шотган был? Я походу вместо Е в конце нажал Д. И получилась такая штука. Я знаешь, что предлагаю? Может, давай остановимся? А то чувствую, я уже залипательно, я практически не разговариваю, я уже реально чуть-чуть нет. Ну-ка, стой. Воу! Ну что, ребят, давайте, пожалуй, закончим пока на данный момент с нашей эпопеей. Остановимся до следующей серии. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на оба канала, ссылки будут в описании. Комментируйте это видео, рассказывайте друзьям, делитесь этим со всеми. А с вами был Стас и Виктор. До новых встреч. Всем пока.